Карповском саду рабочие завода «Серп и молот» сегодня попытались восстановить многострадальный памятник Ленину. Но активисты Евромайдана выступили категорически против. Заявляют, деньги сейчас стоит тратить на куда более важные вещи. В стране война и разруха, а каменные идолы подождут. Вот эти люди еще ничего не построили, они только умеют валять. Вот завод выделил средства, я говорю, как же завод выделил средства? Вы мне скажите, завод сейчас помогает как-то войне? Я понимаю, что сейчас не время совершенно восстанавливать ни один памятник. Карповский сад активисты Евромайдана предлагают сделать местом символическим. Всех Ильичей в городе собрать и свести сюда. Тут аллейка, да, поставить свет, поставить лавочки, поставить 30 памятников Ленину, если они представляют какую-то историческую ценность, возможно, кому-то моральную ценность представляют. И все люди неравнодушные будут приходить сюда отдыхать, приносить цветы. Но не нужно их ставить, как раздражители по всему городу. Правоохранители, присутствующие в саду, сносу Ленину не мешали, просто наблюдали. Инна Степанишина, Александр Романовский, агентство телевидения «Новости».